Вчера в Екатеринбурге был зафиксирован уникальный случай воровства электроинструмента диким животным, что объясняется тем, что максимально близок к дикой природе академический район, возводимый на месте лесов и совхозных полей. Лесу-высотницу строители застукали в небывалом отрыве от земли. Мы находимся на 24 этаже. Вот как эта дурочка сюда с перебитой лапой забралась? Впрочем, перебитость лапы тут же получила свое объяснение. Уж слишком нагло свою рыжую морду сует она куда не следует. Вот она. Да ну, тебя еще коротнет сейчас, дура. И вот почему у тебя, ты походу сюда целая пришла. Специально для тех, кто сильно умиляется по поводу пушистика, напоминаем, что именно из-за лис, представляющих собой природный резервуар бешенства, карантин по этой хвори указом губернатора объявлен в Верхесецком районе Екатеринбурга, на Широкой речке, в Академии и вокруг Волчихинского водохранилища аж по 16 апреля.